Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 250. События дня. 1 Петра 4:7. Впрочем, близок всему конец. За 18 августа 2016 года. Канун преображения Господня. Ну и далее рассмотреть. Тревожное сообщение про человека, который сотворил великое зло в России и особенно в Русской Православной Церкви. Наобразовывали миссионерские отделы, то есть что совершенно к Богу не относятся. Люди мирские, злобные, то есть ученик не выше учителя. И вот этот самый человек, он четырежды нападал на меня, инициировал нынче вот эту беду с Роспотребнадзором, пациент палаты психиатрической больницы. И они видят, а полное отупение. Дух Святой покинул. Не просвещает, не знает, что за человек. И где видно, что все что-то не то. Ссорится, злобится страшно как. Ну, наконец, этот лжепрофессор. 20 лет расписывался, получал деньги за разрушительнейшую работу. Притом это, что сейчас я показываю, это все из интернета взято. Его никто не видел, чтобы он с лопатой работал, с гвоздями, что-то еще делал, помогал. Нет. Выступает от имени христианской церкви. Это русские люди. И вот паразитируют они, как насекомые. Тело умерло и гниет. Отделы, Иринея Леонского, Новосибирска. Только сказали ату. Но меня в глаза не видали, ничего не считали. Тут же нападает и начинает. Ну, видно, что не вовремя рукоположенное где-то. Он нигде ни одной из заповедей канона не защитил. Нету. Он только мог где-то разрушать, нападать. Его слушали, раскрыв рот. Помутнение полное. Создают миссионерские отделы. Как ты его создашь, если ты покинутый Духом Святым? Миссия, это Златоуст говорит. Обратить человека нужны тысячи талантов. Вот здесь ни одного нету. Чернотой наполнены рты. И выступает, вот где-то говорит, хохочет. Вот вчера, допустим, один только день. Я покажу свои ресурсы. Вот. Сегодня у нас 13. Это наш Mail.ru. Здесь очень удобно пользоваться, почту получать, фотографии. Когда-то был это непревзойденный ресурс. Но, видать, государство надавило, и много было пакости, писали. Несколько щелчков, только и 10 тысяч человек могли получить от тебя послание. 5 тысяч знаков, 12 фотографий. Сейчас ничего этого нету, отняли, но... И все равно это лучше. Никакие контакты, еще, тем более одноклассники, и фейсбуки, даже не сравнятся. Далее у нас есть православный форум. Вот он как выглядит. Заходите. 1592 темы только. Это очень большая работа. И вот надо посмотреть наш видеоканал. Православный. Название какое. Я вчера за день, события какие, вот один день городской жизни сравните и здесь. Вот начинается день, и мы видим, за лето сильно разбили трассу,
которую в прошлом году мы 250 метров при входе в деревню. Собрались мигом все лопаты туда и эту, почистили все, что камни разбросаны, выправили ее. И оттуда сразу на огород. На огороде все вместе потрудились, потому что все заросло. Уже не тяпкой, а косой, литовкой пришлось косить промежутки там между морковью, свеклой. Вот. После этого разбились на группы. Я пошел с Никитой на дом, который приобретен ему. Начали обрезать там ветки, и она скрыта все, не видно нигде деревьев. Сначала я лазил поверху по лестнице, Никита потом поднялся наверх. И все это пилили, успели прямо вплотную, чтобы прийти только на богослужение, наше богослужение. А здесь в деревне 85 метров дороги проложили, ну, помог бульдозерист, который был, Волков Владимир Иванович. Вот. И коровы, они любят, если где есть возвышение, почесаться рогами, копытами, пыль подбрасывают только. Разрушать вначале эту возвышение, насыпанное, насыпь для дороги. И я всех предупредил, чьи коровы, а бесполезные. Пастух гонит с поля, идет сзади. А корова первая прям скачь бегом, и сюда начинает то ли их насекомые это на лбу или что. Ничего нельзя сделать. И мы решили немедленно, сейчас же, уже 8 часов, время-то уже 9 час идет, загородить. Я поехал к батюшке и сказал, он говорит, ну а что делать? Я говорю, городить. Ну городить-то это не один метр. Да, я говорю, мы уже столбы завозим. Ты у Игоря Барабаша попроси этот, который сверлит механически на бензине. Большое сверло, столбы вставлять. А Игорь на комбайне тут крутится с Иеремией, сыном младшим. Думаю, сейчас отъедет и не спросишь. Я говорю, выйди, батюшка, стой, смотри, как я буду просить. Побежал, он говорит, да я в прошлый раз отдал, и батюшка сам власти нет. Я к нему снова. Все, собирай быстрее силу свою. Ну, батюшка на машину погрузил и приехал. Начали сверлить. Это все мы засняли. Ту дорогу сохранить. И до потемок успели поставить. Я сейчас не знаю сколько. Ну, около 27 примерно столбушков, столбов. Жердями все загородили, прибили и проволокой привязали. Это все за день. За день. Которая у Никиты Колесникова там деревья резали, сучки, их надо прибрать. Толстую часть оставить на дрова, а остальное сложить в кучки. И у березы, у ветлы, а у хозяина там натаскано было всякой проволоки, там все надо разбирать будет. Вот это все в один день. И в самом конце очень возник Виталий Калиников. Возник. Я гляжу, у него озлобление такое. Еще, ну не туда прибивает. Ну тебе какое дело прибивает с Михаилом Кальмаевым? Я это услышал, подошел, да я вот это вознегодовал там или что-то такое. Ну, стал говорить, раздражился. Ну и что, что раздражился? Я гляжу, в глазах прямо злоба плещется. Я говорю, все, это последний шанс тебе дан был. Собирайся, сейчас тебя на вокзал отвозят и до этого до свидания. И ушел. Ну еще, вот утро ранее, я не знаю как было, но должны были отправить. Денег не было, дал денег на дорогу. И на этом все. Ну зачем, если все тебе это не мило? Тебя кто старшим ставил? Старший вот тот-то. Мы все распределились по парам. И, ну, знаем каждое свое дело. Кто-то там промазывает отработкой. Это один сверлит. Я, идет мимо Алеша Устинов. Я говорю, ты помоги батюшке-то. Ему тяжело это поднимать. Тот побежал быстро, переоделся. Прибежал. И остаток там просверлили. Ну, слаженно работает где-то. Он не туда там корова пролазит где-то. Ну где ты видел, корова пролазит. И вот такое недовольство гляжу прям. Как Никита говорит, свирепый просто. И я говорю, нет, не пойдет это. У тебя ничего не меняется.
дан шанс был тебе остаться на неделе. И неделя прошла, и везде отлынивает от работы, руки сложил на груди, и все. Вот делает, он стоит, смотрит. То есть совершенно работать не приучили. Ну и расстались. Это один день. Один, начиная с трассы, прошли сколько там, ведрами таскали, где за пределы дороги все это развалили, щебенку, на центр. Большая работа. И успели все сделать. Поэтому новости хорошие. Весь день был благословенный. И вечером уже с 5 богослужения, самое главное, было полное богослужение. Сегодня литургия будет. Должна быть. Батюшка потом уезжает, объявил сегодня освящение плодов. Ну, а 28-го на Успение Преблагословенной Божией Матери, Пресная Дева Мария. Вот будет батюшка здесь, будет исповедь и причастие. Он объявление сделал. Это все за один день. Вчера там плодов нарвали, не знаю, горох зеленый. Я гляжу, черноплодки. Ну, что там у нас есть? Ну, у каждого свое. Вчера Виталий весь день был в посте, не ел. Его сильно искушал сатана. Очень сильно. Два поручения было даже, три. Ни одного не выполнил. Ни одного. То есть как-то память пытался развивать. Нет, ожесточился. А то, что ожесточился, значит, тебе учиться нечему. Собирайся, езжай домой. Помогли. Витя на мотоцикле с таким грузом, у него груз не увезет. Ну, на машину. Вот узнаю сегодня, как это дело было. Ну, там все. Дальше у нас ресурс самый главный. Главное во всем, что у нас есть, это сайт. Православный библейский сайт. И тут самое главное ответы. 4124. Да, вчера еще в санособытиях напал сильно Скуратовский, этот правнук, видать, душителя Скуратова из Америки, в Филадельфии, на Куракина Алексея, тот из пятидесятников где-то здесь, и он из них пытался из него сделать шпика, как он пишет Алексей, так он тут прямо это, упырь, он просто видно, что осатанел окончательно. Он не соблюдает ни аранжировки. У нас же на наших ресурсах и такая злоба, озлобленность. Это то, там обманывают, а другое. Это как-то связано должно быть с Дворкиным. То есть учился у него как? За Алексея. Зазомбировал там его и прочее. Упырь, это я упырь. Я показал слово упырь, ко мне никак не относится. Я не рыскаю нигде. Я сижу дома, работаю. Ну, беда, повреждение, что патриархийный пришел из баптистов, остался баптистом, засланец. Я его разоблачил, и он теперь лютует не может никак. С какой целью он пришел? Если они, настоящая церковь, без рукоположения могут спасаться, зачем ты приволокся сюда? Прям лопается от злости, даже Дудинга-то от него отступился уже вместе. Все это будет разрушено. Ну, видно, что все, кто не посмотрит вчера, так он беснуется, перешел грань. Когда нет жертвы за грех. По всей очевидности так. И в покаяние такого уже трудно поверить. Где? Он самое доброе, что видит, он все оскверняет. Развалится. И видно, бесталанное абсолютно. Ничего нету. Совершенно. Одна злоба дворкинская. Как-то связано это. Да помилует его Господь. Да обратит. Бог знает, конечно, возможно ли таких покаяния, но хулы изрыгает непрерывные. Вот везде где-то кто-то, и он на всех узнает, кто, и теперь им начинает клевать. А кто-то его отбреет, говорит, а кто-то послушается. А ему надо, чтобы люди все ушли от меня. Никого не было. Я их, людей этих и знать не знал. Они сами заходят каждый день. Больше, ну, 300 человек. Ну, что говорить? Это же не игрушка. Вот я показываю. Вот оно. Просмотров. 3 520 416. Только на канале 4516 подписчиков. Ну, у него-то ничего нету. Вокруг моей колокольни подвизгивается, мощится здесь. Звать его Виктор, помолитесь за него. Определенно.
Ну, на этом все. Все. Богу нашему слава во веки.